Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаваном Манохарам Ванчакалпатаруваса Кипасинду Бевача Патитананг Пабунибха Вайшнавибхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирим Яткипатамханг Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тусидеббай Пиявай Кесавасача Шнабхакти Шнабхакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девиṃ сарасватиṃ вясам тато жайо мудире Саṃкиртане кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасане ча Садануракта гуру бхакти йокто Бхакти Прамодакша Джагодаруна Дейям Сада Парибхабагнам Абиштадохам Тетхас Падам Сива Виранчанатам Сараньям Витаттихам Панатапалли Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Арвиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кимапигападу Свадарши Пурнанурагра Сусагра Сарамути Сарадикамай Кадакитамкриш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламмита бхужау канакаха бадато Санкиртанай капитару камалая такшо Вишам барау дижа барау жуга дхарма пало Банде жагат прия кару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадасинитам Бхаван Рупе на Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибушихи Тобам Бхагам Нараяно Прияманango Мада Пхарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джушо Бадане Лакшмир Джасача Вакшаши Джасяхасти Хидве Самбихир Вам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе.
Shri Chaitanya Prabhum Bande Balo Opi Yadano Grahat Tarenana Mato Graham Bepto Siddhanto Sagaram Shri Chaitanya Prabhum Bande Balo Yopi Yadano Grahat Tarenana Mato Graham Bepto Siddhanto Sagaram Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что Шрила Вриндаван Дас Махашай – единственный гуру в нашей сампрадае. Шрила Вриндаван Дас Махашай – единственный гуру в нашей Гаудия Сампрадая. Но о чем речь? Ведь так много, помимо него, гуру. Да, они действительно являются гуру. Тем не менее, не нужно забывать, что Вриндаван Дас что он является воплощением Вьясадева. Сам Бхагаван принял форму Вьясадева и пришел как Вриндаван Дас Махашая. И не будет ошибкой сказать подобное. Говоря это, Прабхупад указывает нам на Экаян Падати. В настоящее время мало кто знает о этой концепции. Но Прабхупад хочет донести до нас знания о том, что мы приняли, то есть мы находимся в связи с Гуру Парампарой в Экаян Падхати. Если же мы не следуем этому, мы уклоняемся от Гуру Парампары. И мое поведение становится отличным от Гуру Варги, от того образца, который дают они нам. Я не хочу никаких... Прабхупад говорит, что все выдающиеся качества, которые присущи человеку, исходят от Господа. Мы по своей природе незначительны, мы настолько несовершенны, что не можем понять, что жизнь временна. Мы даже такую элементарную вещь не можем прочувствовать, что настанет момент, когда нам придется оставить тело. Так что же мы можем понять о Экаян Падати? Но Прабхупад говорит, что те, кто действительно является членом Гуру Варги, если кто-то из так называемых ачарьев уклоняется от учения Прабхупады, мы больше не можем говорить, прославлять его, говорить о нем. То есть у меня есть полное право не говорить о нем. И вы никак не можете заставить меня прославлять его, прославлять такую личность. Итак, Прабхупад объясняет, что Экаян Падхати — это единственный путь. Таким образом, все наши ресурсы, вся наша энергия, наше образование, все, что, чем мы обладаем, должно быть направлено именно на него, на этот Экаян Падхати. Для того, чтобы все это достигло лотосных стоп Нитьянанды. Это и есть объяснение, что такое Экаян Падхати. В действительности, пратиштха не предназначена для меня, ведь я падший. Возможно, я занимаю позицию положения ачарья, тем не менее, если я являюсь обусловленной душой, мне не положена никакая пратиштха, потому что она будет ядом для меня.
Это заставит меня гордиться и в конце концов приведет к падению. Это более опасно, чем яд. Что означает пратиштха? Прати плюс тха. В переводе это означает то, что существует вечно. И таким образом ее можно отнести лишь не к Нитьянанде, не к падшей душе, не к обусловленной душе. И также к тем, кто принял полное прибежище Нитьянанды, поскольку они становятся неотличными от него. Но для меня пратиштха не предназначена. Те, кто по-настоящему следует Господу Нитьянанде, те, чьи сердца чисты, и в них нет пратиштхи, в них нет осквернения, для них лишь они могут принимать пратиштху. Можно принимать омовение трижды в день, тем не менее оставаться оскверненным. Мадхавендра Пурипат, у него не было времени принимать омовение. Тем не менее, с его чистотой не может сравниться никто. Он сам говорит: у меня нет времени принимать омовение. Нет времени даже аник повторять. Я прошу прощения, говорит Мадхавендра Пурипат, но у меня нет времени повторять даже аник. Чем же он занят? Он постоянно занят любовным преданным служением Кришне, которое в действительности является конечным результатом повторения мантр аника, то есть мантр Гайтри. Никто не будет заставлять Радхарани следовать Экадаши или повторять Гайтри, поскольку она уже достигла совершенства. Она исполняет совершенное служение Кришне. Лалита, Вишакха, все они погружены в служение. Вы слышали киртан Нитай Чарана Сатья? Лотосные стопы Нитьянанды вечны. И те, кто принимает их прибежище, перенимает ту же природу, они тоже становятся вечными. Итак, прежде чем делать какие-то философские заключения, необходимо быть уверенными в своих словах, понимать, что они в соответствии с наставлениями нашей Гуру Парампары. Поскольку если мы сделаем ошибку, мы уклонимся от следования Гуру Варги, но мы должны говорить истину, должны говорить правду, поскольку если даже сейчас люди не смогут воспринять ее, через 100, может быть, 200 лет, они так или иначе ее примут. Кто достоин получить милость? Не тот, кто занимает
выдающий какое-то высокое положение и пользуется успехом в обществе. Как мы знаем, Вимал Прасад получил посвящение у Гуру Кишора Дас Бабджи Махараджа. Но в конце своей жизни Гуру Кишора Дас Бабджи Махарадж сказал, у меня нет учеников. Но это еще не совершенно... То есть это... То есть у Гуру Кишора Дас Бабджи Махараджа не было храмов, не было большого количества последователей. Тем не менее, это еще не повод делать заключение о его положении. Если я закрываю глаза на учение своего гуру Пада Падмы, если я... Это говорит о том, что я точно так же пренебрегаю Нитьянандой. Будьте осторожны, прежде чем сказать что бы то ни было против гуру и вайшнавов, нужно хорошо подумать. Вы должны понимать, что из-за этого всему придет конец, может привести к концу. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была разрушена, выступайте против чистых преданных, против Шилы Прабхупады. Но если вы этого не хотите, то не нужно этого делать. Не идите на такие риски. Будьте осторожны. Итак, Шрила Вриндаван Дас Махашай — единственный гуру в нашей, в нашем гаудия обществе. И в этих словах нет ничего неправильного. Поскольку если мы смотрим на него с точки зрения, что он является Вьясадевой, ведь благодаря Вьясадеву у нас есть все. Все Вьяса означает... Тот, кто предоставил шастры в различных аспектах. Вьясадева, Веданты, Упанишаду, Веданту Упанишады предоставил в доступной форме для людей. В соответствии с... Так, чтобы мы поняли их в соответствии с нашими способностями. И, естественно, Вьясадеве необходимо выражать почтение. Но, к примеру, Майявади не выражают ему почтение. Хотя они вроде бы и проводят Вьясапуджу. И проводят ее... со всем размахом. Но это еще ни о чем не говорит. Много кому в этом мире присущ энтузиазм. В Варанаси, в Харидваре они проводят роскошные вьясапуджи. Вы будете поражены. Но суть в том, что в корне всего, в корне их поклонения стоит непонимание того, что Гуру Пад Падма вечен. Помимо всего, они даже находят недостатки в Вьясадеве. Они утверждают, что Вьясадев совершает ошибки. Они выдвигают аргументы, вот здесь, в этом месте он не прав, тут неправильно. Но если Вьясадева не прав, если вы не прав, если вы хотите доказать, что вы Вьясадева,
Если вы считаете, что он не прав, на самом деле мы начинаем свое существование от Вьясадевы. Если он несовершенен, то вся их философия в таком случае ложная, то есть она в корне своем неправильная. Итак, словами о том, что Вриндаван Дас Махашай — единственный гуру, Прабхупад говорит, что мы должны следовать его наставлению, что мы должны находиться на пути Экаян Падхати. Мы не должны стремиться к Пратиштхе. Каким бы, как нам казалось бы, выдающимся мы не являлись, никакая Пратиштха не предназначена для нас. У меня нет права принимать даже гирлянду от вас, потому что все это предназначено для Вьясадевы. Итак, Шрила Вриндаван Дас Махашай является Вьясадевой Гора Лилы. А Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами говорит в Чайтанья Чаритамрите, он широко провозглашает это, говорит, что Вриндаван Дас Такура является Вьясадевой Чайтанья Лилы. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что все, что я пишу, все это лишь по милости Вриндаван Дас Такур Махашая. Он обхватывает его лотосные стопы и плачет, припадая к ним. Пожалуйста, благослови меня. Я не смею представлять Гаудия Веданта философию, не прославив тебя. Со смирением Кришнадас Кавирадж Госвами произносит эти слова. Он говорит, что пожалуйста, все, что я пишу, является ничем иным, как утиштхой прасада, утиштхой вайшнавов. Все, что я получаю от вайшнавов, я в пережеванной форме излагаю в Чайтанья Чаритамрите. Тот прасад, который дал мне Вриндаван Дас Махашая, все это мы пережевываем, говорит Кришнадас Кавираджа Госвами. Таким образом, все знание, которым мы сейчас обладаем, пришло к нам от Вриндаван Дас Махашая. В сердце я хочу избавиться от высокомерия, я хочу стать смиренным, я хочу избежать аппаратх. И если Вриндаван Дас Махашая будет так милостив ко мне, что позволит мне что-то сказать о Гауранга Лиле, тогда у меня что-то получится. Итак, Вриндаван Дас Махашая поведал нам, описал Гауранга Лилу по прямому наставлению Чайтаньи Махапрабху. Он прямой ученик Нитьянанды Прабху.
он его последний ученик, и его Нитьянанда очень любил. Как правило, в семье младших любят больше всех младших детей. И поскольку Вриндаван Дас Махашая был последним учеником изначального гуру Нитьянанды, он пользовался особым его расположением. По наставлению Нитьянанды, он стал описывать Гора Лилу. Прежде читание Бхагавата, которое он написал Вриндаван Дас Такур, называлось читание Мангала. Но помимо нее Лочан Дас Такур также написал читание Мангалу. Лочан Дас Такур является учеником Нарахари Саракари Такура. Итак, он является автором также читания Мангалы. Но две книги под одним названием вызывали бы недопонимание, то есть было бы не совсем удобно иметь две книги с одним и тем же названием. Об этом говорит сам Прабхупад. Поэтому по желанию Нарайани Деви, мамой Вриндаван Дас Такура, он изменил название своей книги. Об этом пишет Прабхупад. Для того, чтобы прославить Вриндаван Дас Такура, нужно упомянуть и о его маме Нарайне Деви. Когда Чайтанья Махапрабху покинул Навадвипа-дхаму, Нарайне было всего 5 лет. А еще до этого, до того, как покинуть Навадвипу, Махапрабху дал Нарайне остатки своего прасада, остатки своей пищи. С тех пор Нарайне стали воспринимать как Учиштху Махапрабху. Все называли ее так. И тем самым то есть Нарайни приняла Учиштху Махапрабху, тем самым это указание на то, что она получила полную милость Махапрабху. Когда она подросла, ее выдали замуж за брахмана. За Шривас Пандита. У Шривас Пандита было несколько братьев. Шипати, Шри Рам Пандит, Шри Нитхи. Бхатушпутра.
Narayana Devi is a daughter of a brother of Srinivas Acharya. Простите, я ошиблась. Нараяни вышла замуж за брата Шривас Пандита. И ее свадьба проходила в доме Шривас Пандита. Итак, отец Вриндаван Дас Такур Махашая, муж Нараяни, был браманом. Но мы всегда говорим о маме Вриндавана Дас Такура по причине того, что в раннем детстве Вриндавана Дас Такура, его отец покинул этот мир. Как только родился Вриндаван Дас Такур, его отец покинул этот мир. Поэтому мы не располагаем знанием о нем. У нас нет особой информации. Итак, Вриндавана Дас Такур является выдающимся представителем вайшнавизма. И, соответственно, если он был вайшнавом высшего класса, он был и браманом. Это можно сравнить, как в 10 рупиях есть 1 рупия. Точно так же и вайшнаву присущи все браманические качества. Если какой-то браман лишен бхакти Кришне, но обладает при этом 12 браманическими качествами, они бессмысленны. Но при этом, если человек с очень низким происхождением, собакоед, как в Рама-лиле у Рамачандры был лучший друг очень низкого происхождения. Так вот, если такой человек обладает бхакти, он выше огромного количества браманов. К примеру, Харидас Такур. Его нельзя сравнить с тысячами браманов. Поскольку он превосходит тысячи и даже миллионы браманов. Один Садананда с вами не сравнится с тысячами браманов. Что же говорить о тысячах? Тысячах браманов, даже если сравнить его с так называемыми преданными, с тысячей так называемых преданных, конечно, он превзойдет их. Не думайте, что я получаю какую-то выгоду, прославляя того или иного вайшнава. Нет. Итак, в то время общество материалистов, то есть везде господствовали материалистические идеи. Люди совершенно не интересовались парамартхой, высшей целью человеческой жизни. Они были погружены в кармаканду.
А карма канда несет с собой осквернение. Карма канда — это оковы материального мира. Карма канда означает, вы находитесь в сетях майи. Как только в сердце появляется какое-то желание, материальное желание, мы все больше становимся скованы майей. Но желание, которое связано с бхакти, никак не оскверняет нас. Если я хочу, чтобы все узнали о Сиддханте, о наставлениях Шрилы Прабхупады, это не относится к неблагоприятным желаниям. Но когда я хочу какой-то выгоды для себя, это, естественно, аньябилаш, то, что приводит к страданиям. Итак, мы должны находиться на нейтральной платформе для того, чтобы четко понимать, что есть хорошо, что плохо. В действительности, это вопрос выживания. Что нам нужно? Нам не нужно сражаться с окружающими. Не нужно спорить. Жизнь уходит, а мы играемся. Вот таково наше состояние. Итак, в Вриндавандас Махашая никто не выражал им почтения. Более того, его оскорбляли. Прогоняли. Материалисты, брахманы оскорбляли его. Почему? Потому что он говорил о Сиддханта Вичаре. Он проповедовал его. И вот была его, в этом был его недостаток с точки зрения этого материалистического общества. И каков, а каков мой недостаток, что я хочу говорить о Шриле Прабхупаде. Итак, Вриндавандас Такура прогнали из брахманического общества. Изгнали. Они оскорбляли и говорили всякую ерунду о нем. Говорили о Нарайане Деви плохо. Но, несмотря на все это, он не изменил ни слова в наставлениях, которые получил от Гауранги Махапрабху. Ни слова не изменил в Сиддханта Вичаре. И впоследствии, по наставлению Чайтанья Махапрабху, он начал писать Чайтанья Бхагавату. Хотя с внешней точки зрения Вриндавандас Такур Махашая и Махапрабху не встречались, это еще ни о чем не говорит. Нарутандас Такур также не встречался. Шринивас, Шьямананда. Они не встречались напрямую с Махапрабху, тем не менее, они являются его прямыми спутниками. Как правило, спутниками Махапрабху называют тех, кто непосредственно пришли вместе с ним. Тем не менее, порой спутники Господа приходят до Его появления в этом мире, а порой после. Нарутандас Такур пришел значительно позже. Но это еще ни о чем не говорит. Поскольку нужно понимать смысл Сиддханты. Прабхупад пришел спустя сотни лет, спустя сотни лет после прихода Махапрабху.
Но это также ни о чем не говорит. Ведь они пришли для того, чтобы исполнить желание Махапрабху в совершенстве. Они не изменяли сиддханты, не закрывали глаза на учения предшествующих гуру. Они в точности проповедовали учение Чайтанья Махапрабху и предоставили нам чистую сиддханту. Чистая сиддханта та, которая... То есть как мы можем понять, кто является вечным спутником Махапрабху? Он представляет учение Чайтанья Махапрабху в чистой, неизменной форме. Почему мы обманываемся? Потому что мы следуем своим эмоциям. Но прежде всего, необходимо занять нейтральную платформу. И в действительности подлинный вайшнав всегда находится на ней. Это еще один признак, по которому можно определить. Так, первый признак, он нейтрален. Он всегда нейтрален, но он беспристрастен. Он смотрит на мир с нейтральной позиции. Он говорит об абсолютной истине. Это еще один признак. Если мы видим, что кто-то проповедует обратное, естественно, он не может являться вечным спутником. Если вы помните об этих признаках, шаралата — это простота, дирота — это решимость и нирапекша, то есть нейтральная позиция. И пока вы не займете эту нейтральную позицию, вы не сможете с решимостью, со смелостью проповедовать. Поскольку какое-то желание Лабхи Пуджи и Пратишхи не дадут вам говорить правду. Хотя с внешней точки зрения окружающие могут этого и не понять. Но те, кто знают эти качества, они сразу же, качество чистого преданного, они сразу же поймут. Настоящий преданный легко может распознать другого преданного. Если вайшнаву, которому поклоняется весь мир, не присущи эти три качества, мы не должны воспринимать его как чистого преданного. Итак, простота. Что означает простота? Он говорит то, что в его сердце. Не так, что он говорит какую-то полуправду. Имеется в виду, говорит какую-то правду, но не до конца, что-то не договаривает. И Прабхупад объясняет, что полуправда хуже, чем... что это огромное оскорбление. Те, кто говорит полуправду, получат ужасное наказание. Так говорится в шастрах. Тот, к примеру, кто говорит нечто, что полностью противоречит сиддханте вайшнавов,
Тот, кто слышит, слушает эту ложную сиддханту, сам гуру и его последователи отправятся в ад навсегда. Об этом говорят шастры. Итак, сиддханта вичар — это не какие-то физические упражнения, в смысле, что можно... Если вы находитесь в линии Гуру Варги, даже если вы неграмотные, вы сможете осознать сиддханту. Поскольку это не вопрос знания санскрита, грамматики, философии. Вспомните Гуру Кешардас Бабаджи Махараджа. Он никогда не говорил, он всегда проповедовал чистую философию, чистую сиддханту. Потому что он был в полной связи с Гуру Парампарой. Итак, простота — это прямолинейность. Это трансцендентная разумность, трансцендентный разум. Как поется в киртане, то есть что такое лицемерие? Когда я пытаюсь показаться другим, тем, кем я не являюсь, показаться лучше. Одно из прекрасных описаний шаралаты — это быть в прямой, полностью следовать Гуру Варге. То есть шаралата говорит о том, что мы... Нет у нас права самим делать какие-то умозаключения. Если мы находимся... Если мы следуем Гуру Варге, мы перенимаем их качества. Мы обретаем разум, мы обретаем прямолинейность, простоту. Я говорю в точности то, что услышал от моей Гуру Варги. Помимо этого, не должно быть желания гуру, желания славы Пратиштхи. Помимо этого, постоянная готовность оказать почтение другим. Таковы признаки чистого преданного. В нашем обществе крайне редко можно встретить эту готовность выражать почтение другим. Конечно же, я не буду прославлять Камсу, Чапал-Гопала и других личностей, которые находились в оппозиции к Господу. То есть в шастрах сказано, что мы не можем не прославить того, кого не любим от всего сердца. Если я не люблю, не обладаю любовью Гуру Варги, я даже не смогу осознать то, что они говорят. Like the case, if you yourself, if you yourself, if
Помимо этого, в шастрах сказано, что если вы сами не являетесь Бхагаватой, вы не имеете права рассказывать Бхагаватам. Если вы не являетесь вайшнавом, то вы по-настоящему не можете прославить другого вайшнава. Это очень просто, как математическая формула. Каким бы выдающимися ораторскими способностями вы не обладали, вы не сможете прославить другого вайшнава, если сами не являетесь таковым. Меня могут обвинять в том, что я не выражаю почтение другим. Да, хорошо, пусть так, но я выражаю почтение вайшнавам. Я могу выражать почтение лишь подлинному ачарье. Меня могут критиковать, могут оскорблять, но, как сказал Прабхупад, я никогда не буду выражать почтение Камсе. Я не собираюсь учиться ни у кого, кроме Прабхупады, и я хочу в точности следовать его словам. Так вот, он говорит, он сам говорит об этой сиддханте. Но почему бы, то есть какие-то глупцы говорили, почему бы нам не выразить почтение Камсе, ведь он же дядя Кришны. Прабхупад говорит, что это глупцы. Но, да, я не готов выражать почтение тем, кто не является чистым преданным, тем не менее, я прославляю Прабхупаду. Я не готов прославлять тех, кто занимает положение ачарьи, не обладая качествами ачарьи. Можно занимать положение ачарьи и обманывать другим 30-40 лет, но подумайте, что будет потом. Материальными глазами можно видеть мужчин, разглядывать мужчин, женщин, кругом видеть испражнение, грязь. Но с помощью этого материального зрения невозможно увидеть трансцендентное. Необходимо помнить о трех правилах. Вайшнав прямодушен, прямолинеен. Мой гуру Падма был необыкновенно прост. Шрила Бхакти Прамадпури Госвами Махарадж. Его простоту невозможно описать. Настолько прост. Помимо этого, он никогда не шел на компромиссы с Сиддханта Вичаром. Даже в преклонном возрасте, когда ему было уже 100 лет, 98 лет ему было, и тогда он дал мне наставление редактировать. И из Вриндавана я в то время жил на Говардхане на втором этаже. Там было очень жарко.
Зимой я спал на голой земле, было очень холодно. То есть я жил в аскезах. Рядом со мной жил ачарья, который постоянно хотел всем доказать, что он очень возвышенный. И так он написал какую-то статью, и я попросил Гуру Махараджа прочесть ее. Гуру Махарадж сказал, что Сиддханта, изложенная здесь, несовершенна. И не стал, то есть сказал, что это не нужно читать. Итак, несмотря на то, что Шрила Бхактипрананда Пури Госвами Махарадж был прост, он никогда не соглашался с сложной Сиддхантой. Третье качество — нирапекша. Это нейтральная позиция. Каким бы великим ачарьем вы ни были, какое бы возвышенное якобы положение вы ни занимали, если вы не приняли эту нейтральную позицию, вы рано или поздно падете. Итак, ачарья должен быть прост, при этом не идти на компромиссы в чистом преданном служении. И третье, он должен быть беспристрастен. В противном случае он никогда не сможет защитить Сиддханта Вани. А это главная функция ачарьи. Ведь если он не сможет сделать этого, он никак не может являться ачарьей. Итак, Вриндаван Дас Такур выделяет третье качество. Не забывайте их. А в Махабхарате, позднее я расскажу четыре принципа. Если жить в соответствии с ним, вам не страшны никакие проблемы. Итак, Вриндаван Дас Такур Махашая занимал нейтральную позицию в обществе. Он составил читание Бхагавату. В которой изложена лишь чистая Сиддханта. И ничего, кроме нее. Чистая Сиддханта, которую Вриндаван Дас Такур узнал от читания Махапрабху. Это совершенная Сиддханта. Особенность этой книги в том, мне жаль, что вы не понимаете бенгали, но Гуру Махарадж редактировал читание Бхагавату. И Прабхупад говорит, и Бхактивинода Такур говорит, что он, Вриндаван Дас Такур, является историческим поэтом бенгальской литературы. То есть он родоначальник бенгальской поэзии. Very experienced.
So this Vrindavan Das Thakur Maharaj wrote this Chaitanya Bhagavad, is we can treat this book as a oldest, you know, literature, effective, meaning scientific literature in Bengali, in the history of Bengali literature. There's the most scientific. And so simple. Язык его был настолько прост, что если вы простосердечны, легко сможете понять читание Бхагавату. Даже совсем-совсем чуть-чуть образованный человек, то есть получивший минимальное, то есть просто умеющий читать, сможет оценить эту книгу. Здесь, в читании Бхагавати, в самом начале Вриндаван Дас Такур освещает проблемы общества, насколько люди погружены в материю, насколько они бегут к смерти, сами того не осознавая. Как они стремятся наслаждаться жизнью, есть, пить. Такова функция, такова формула. Девиз материалистов. Когда после ухода Махапрабху на земле наступил темный период. Но постепенно представители Гуру Варги нисходили на землю для того, чтобы помочь нам. Итак, Вриндаван Дас Такур без прикрас полностью открывает, показывает проблемы общества. Он говорит о том, что люди поклонялись Дурге. Чанди. Поклонялись Кали, приносили как жертвоприношение. Коз, женили собак. Вам кажется это смешным, но еще в детстве я помню, как мы посещали пиры в честь женитьбы собак. Так вот, как бы собака, принадлежащая одной семье, выходила замуж за собаку, принадлежащую другой семье. Женили также кошек. Так развлекались люди того общества. Если почитаете читание Бхагавату, в самом начале вы увидите, составите полное представление о обществе того времени. Так или иначе, абсолютная истина всегда горька. Поэтому-то меня и недолюбливают. Я говорю истину, а она горькая. Но после горечи приходит сладость. Как правило, то, что вначале вкусно, потом превращается в яд. Об этом говорит Гита. Итак, Прабхупад говорит, что Вриндаван Дас Такур был первой, стоит у истоков зарождения бенгальской литературы, бенгальской поэзии. Он представлял сиддханту очень доступным образом и очень привлекательным образом. Was rejected by the whole society that time, Smartha society.
Тем не менее, все общество смарт того времени отвернулись от Вриндавандас Махашая. Даже в нынешнее время мы можем видеть, как чистого преданного прогоняют из общества преданных, так называемых. Почему сахаджии нападали на Прабхупаду? Разве он делал что-то неправильно? Они хотели его убить. Лишь потому, что Прабхупад говорил об абсолютной истине. А им она была неприятна. Если мы будем идти на компромиссы с сахаджиями, мы непременно уклонимся от истины. Поэтому это недопустимо. Итак, Вриндавандас Тхакур никогда не шел на компромиссы. Он не изменял сиддханту. Прочтя читание Бхагавата, можно обрести полное представление о том, что такое Харибаджан. Итак, первоначальное название читания Мангала, затем ее переименовали в читание Бхагавата. По просьбе Нарайани Деви она была переименована для удобства. Итак, сейчас мы говорим об особенности читания Бхагавата, затем мы перейдем к ее непосредственному содержанию. Вторая ее особенность заключается в том, что все остальные писания, повествующие о читании Махапрабху, опираются на читание Бхагавату, на нее. Будучи учеником Нитьянанды, Вриндавандас Тхакур получил его полную милость. Точно так же, как Кришнадас Кавираж Госвами говорит, что поразительно, я сейчас нахожусь в таком преклонном возрасте, что с трудом двигаюсь, с трудом передвигаюсь. Для меня поразительно, что я вообще могу писать, что я могу держать в руках перо. Но Кришнадас Кавираж Госвами помимо этого говорит, что я подобен попугаю, который повторяет то, что говорит его хозяин. Сам Мадан Мохан написал, пишет эту книгу. Если обучить попугая каким-то словам, он будет в точности их повторять, ни больше, ни меньше. И точно так же Кришнадас Кавираж Госвами говорит о себе. Я
моя рука вновь и вновь пишет, прославляя Гаурангу, но вновь и вновь почему-то прославляет Нитьянанду. То есть вновь и вновь я возвращаюсь к славе Нитьянанды. Затем он сказал, если я буду продолжать писать, то моя книга превратится в огромные тома, и люди уже не смогут читать ее, будут, то есть они испугаются ее размеров. И по желанию Нитьянанды я остановлюсь здесь, потому что в будущем, думал Вриндаван Дас Такур, найдутся те, придут те, кто захотят также что-то сказать о читании Махапрабху. Как в случае с Мадхавачарьей. Мадхавачарья по наставлению Бхагавана изложил Сиддханту до определенного момента. Для того, чтобы в будущем осталась возможность и для других написать, прославить, описать Сиддханту. И точно так же Вриндаван Дас Такур Махашая дописал до определенного момента. И по желанию Махапрабху он остановился, потому что наступил день, когда Кришна Дас Кавирадж Госвами начал писать читание Чаритамриту. В противном случае он бы не останавливался. Он просто осознал, что сейчас, что есть тот, кто уже назначен Бхагаваном дописать, также прославить Гаурангу Махапрабху. И Вриндаван Дас Такур, и Кришна Дас Госвами говорят, что мы получаем учишху свыше, благодаря, то есть мы разжевываем ее и даем другим, чтобы другие вкусили эту милость. Абсолютно все лилы, все лилы Махапрабху проявлены в сердце Вриндаван Дас Такура. На каждом шагу постоянно Вриндаван Дас Такур просит прощения. Он извиняется. Откройте читание Бхагавата, вы увидите. Он со смирением просит прощения. Он говорит, если какое-то высокомерие, какая-то гордость проскакивает, то есть проявляется в моих словах, пожалуйста, простите меня. Если же сейчас вы возразите мне и скажете, кто важнее вообще, Махарадж? Вьясадева важнее или Кастури Манджари важнее? Кто занимает более возвышенное положение? В действительности, это глупый вопрос. И Вьясадева — это Вриндаван Дас Такур. Но помимо всего, он является Сакхой. Кусума Прияс Сакха — это один из друзей Кришны.
Вьясадева важен для нас по-своему, а Кастури Манджари важна по-своему. Кто важнее, Наяна Мани Манджари или Шрила Прабхупада для нас? То есть Шрила Прабхупада является в своей вечной форме Наяна Мани Манджари. Да кто же для нас важнее? Это глупый вопрос, поскольку они важны во всех своих проявлениях. Кто важнее, Гуна Мани Манджари или... Наяна Мани Манджари или Гуна Манджари. В действительности подлинные парамахамсы никогда не стремятся к почтению и не стремятся стать чьим-то наставником, чьим-то гуру. Они, наоборот, бегут от пратиштхи, бегут от почета. Однажды в огромном собрании обсуждался вопрос, кто важнее, браман или вайшнав? Кто занимает более возвышенное положение? И на протяжении 7 дней Прабхупад давал ответ, разъяснял этот вопрос. В этом собрании присутствовал Вишвананда Парадев. Вишвамбарананда Дев Госвами. В то время Прабхупад еще не принял саньясу и был известен как Вимал Прасад. А Бхактивинода Такур являл лилу болезни Свананда Сукада Кунджа. Получив милость Бхактивинода Такура, он сам Бхактивинода Такур благословил Прабхупаду. Бхактивинода Такур должен был сам принять участие в этом дебате, но по причине болезни он поручил сделать это Прабхупаде. Так вот, там присутствовало тысячи людей, и затаив дыхание, они слушали Прабхупаду, который, стоя на возвышении, говорил с огромной решимостью. Люди были словно под гипнозом, слушая его слова. И все впоследствии, каждый захотел принять прибежище Шрилы Прабхупады. Один из лидеров, которые организовывали это собрание, то есть он был значимой личностью того общества, он подошел к Прабхупаде и сказал: «Все присутствующие хотят принять прибежище у ваших лотосных стоп. Все, что нужно, нужно пойти на небольшой компромисс. Они не готовы отказаться от чая. И порой они хотели бы жевать бетель». Но Прабхупад сказал: «Я не хочу ни одного ученика, заводить ни одного ученика. Что говорить о тысячах?» Где сейчас найти такую решимость, где сейчас найти такой нейтралитет, каким обладал Прабхупад? Сейчас все стремятся к ученикам, все хотят учеников. Но гуру должен прежде всего подтвердить, что он хочет дивья-гьяну. В смысле, что он обладает дивья-гьяной, трансцендентным знанием. Покажите мне хоть одного, кто в точности понимает учение Шрилы Прабхупады.
покажите мне того, кто в точности следует наставлениям Шрилы Прабхупады. Майя Деви может даровать благополучие, имеется в виду, может сделать вас успешным, что вы займете положение гуру, ачарьи, но дает ли на то свое благословение Бхагаван? Итак, Прабхупад был настолько беспристрастен, что он ответил, что зачем мне эти тысячи учеников, мне даже один ученик не нужен. Я не готов давать дикшу тем, кто не следует в точности всем принципам преданного служения. Итак, читание Бхагавата настолько важно, что Бхактивинода Тхакур вновь и вновь говорил. Более практично для нас читать читание Бхагавату вместо даже читания Чаритамриты. О, друзья, если вы хотите обрести бхакти, если вы действительно этого хотите, я советую вам отложите в сторону другие книги, но ежедневно читайте читание Бхагавату. И вы увидите результаты. Бхактивинода Тхакур не мог лгать. Вы увидите результаты. Я сейчас не рассказываю сказки. Я сам каждый день читаю читание Бхагавату. Перед сном. Либо я читаю читание Бхагавата и читание Чаритамриту. Я сейчас вам не рассказываю просто... То есть я вам говорю то, что делаю я сам. Я не то, что я вам говорю, вот читайте читание Бхагавата, а сами читаю какие-то возвышенные книги. Нет, я говорю вам в точности то, что делаю я сам. Потому что это практично для нас. Бхактивинода Тхакур говорит, что как только вы начнете читать читание Бхагавата, вы сразу же почувствуете изменения в сердце. Поскольку эта книга — это благословение Нитьянанды Прабху. В этой книге вы найдете прославление Нитьянанды и читание Махапрабху. И даже более того, там содержится больше деталей о Нитьянанде, который для нас является самой главной личностью. Ведь всю сиддханту, любую сиддханту, любую книгу я смогу осознать лишь по милости Нитьянанды. Лишь тогда, когда Нитьянанда будет доволен мной. Нитьянанда и Гауранга, тем не менее, не отличны друг от друга. Ведь Гауранга Махапрабху — Верховный Господь, а Нитьянанда — его первая инкарнация, его первая экспансия. If you have experience, you can understand where Vrindavan Das Thakur Maharaj is writing what. Если вы ознакомитесь с чем, что читает Вриндаван Дас Такур о играх Баладауджи Махараджа, и услышите то, что говорят некоторые из нынешних ачарий, вы увидите, насколько они заблуждаются или проповедуют то, что противоречит истине. По милости Нитьянанды мы сможем понять
игры Гауранги, поскольку игры Гауранги, читание Чаритамриты настолько сложна, она сложнее даже, чем Шримад Бхагаватам, поскольку там содержится сокровеннейшая Сиддханта. Кришна не отличен от Бхагаватам, а читание Чаритамрита не отлично от Гауранги Махапрабху. В ней содержится настолько сокровенная Сиддханта, что даже те, кто могут понять Шримад Бхагаватам, не могут понять Чайтанья Чаритамриту. Настолько она возвышена. Итак, Вриндаван Дас Такур вновь и вновь учит нас тому, что необходимо прославлять лотосные стопы Нитьянанды. Пока я жив, я хочу прославлять читание Бхагавату. Итак, сегодня очень благоприятный день. Мы начали. Вриндаван Дас Такур пишет, что важен тот факт, что такие, казалось бы, выдающиеся писатели, которые заслужили признание во всем вайшнавском обществе, совершают ошибки по отношению, то есть повествуя о Нитьянанде. То есть они пишут тома книг, доказывающие ложную Сиддханту о Нитьянанде. То есть настолько книг написал один преданный, что если все эти книги на человека положить, то такие тяжелые, что придавят до смерти. Итак, Прабхупад сделал одно философское заключение, которым я хочу завершить. Как мы знаем, Бхагаван Шри Кришна является Верховным Господом, а Баладжи Махарадж — его первая экспансия. Точно так же Гауранга Махапрабху — Верховный Господь, а Нитьянанда — его первая экспансия. Но что же подразумевается под первой экспансией? Первая экспансия идентична Кришне. Отличие лишь в цвете, а в действительности все одно и то же. Разница в цвете: Кришна черный, а Баладжи Махарадж белый. И Прабхупад устанавливает Сиддханту, которая заключается в том, что до тех пор, заключается в том, что Баладжи Махарадж, несмотря на то, что он является второй экспансией, в смысле, что он является экспансией, он занимает высшее положение. Поэтому он имеет право совершать Расалилу. Он имеет... Прабхупад сказал, в соответствии с Кришна Вишая Виграха, а Баладжи Махарадж Ашрая Виграха, точно так же Махапрабху и Нитьянанда. Завтра я проясню этот момент. Я не менял ни одного слова. Я в точности повторил то, что сказал Прабхупад. Нитьянанда Баларам выражает Ашрая Виграха Бхаву.
тем не менее, они достойны занимать позицию Вишая Виграхи. Но у них преобладает Ашрая Бхава. На этом я должен остановиться, поскольку совсем скоро начнется Харикатхана Бенгали. Лишь по милости Нитянанды и Гауранги я смогу пересечь океан. Я маленький, как маленький ребенок, то есть беспомощный ребенок. Тем не менее, по милости Нитянанды я, возможно, все. Завтра мы продолжим наше обсуждение. Вопрос. Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж, когда говорил, Да, это все это так, но в Бхаджана Рахасе сказано, что даже перед обычными людьми мы можем выражать смирение при возможности рассказывать Харикатху. Когда Прабхупад встречался с какими-то значимыми в обществе личностями, он выражал почтение к ним, проявлял смирение. Поскольку если у меня появляется возможность благодаря этому проповедовать, я должен ей воспользоваться. Завтра я подробнее расскажу об этом. Скажу о том, что Ваман Госвами Махарадж ездил в обычном поезде, как мы с вами. И когда кто-то рядом ел рыбу, чеснок или лук, очень сильный запах распространялся. Ваман Госвами Махарадж не выражал свое отвращение, не показывал, что ему что-то неприятно. Почему? Потому что если бы он делал так, то они почувствовали оскорбление в свой адрес. И да, и стали бы плохо думать о Шиле Махарадже, что повлекло бы за собой их падение.